Этот видеоролик для тех, кто всегда мечтал научиться своими руками делать что-то необычное, а именно авторские куклы. У меня для вас есть новое спецпредложение. Комплект из 6 мастер-классов по авторским куклам из самозастывающихся материалов по специальной цене. 6 мастер-классов по цене одного. Если вы досмотрите этот видеоролик до конца, то узнаете, какие еще 4 мастер-класса вы получите в подарок к этому спецпредложению. Да-да, вы не ослышались. Всего будет не 6 мастер-классов, а 10 очень подробных мастер-классов по авторским куклам входят в это уникальное спецпредложение. У кого в детстве не было любимой игрушки? У мальчиков танки, машинки, солдатики, у девочек плюшевые мишки, посуда и, конечно же, куклы. Любимая кукла была у каждой девочки. Но мало кто знает, что куклы придумывались не только для игр. Ими декорировали жилые комнаты. Куклы также служили манекенами, на которых демонстрировали одежду. И сегодня есть куклы, которым не хочется играть. Ими хочется бесконечно любоваться. Такие куклы интересны коллекционерам. Эти куклы принимают участие во всевозможных кукольных выставках. Их выставляют в кукольных галереях. Если вы хотите своими руками научиться делать подобные куклы, то я смогу вам в этом помочь. Как именно, сейчас подробно расскажу. Вы думаете: нет, я так никогда не сумею, таланта не хватит, способностей. И это и есть ваша самая большая ошибка. Для того, чтобы научиться делать красивые куклы своими руками, совершенно не надо быть художником и иметь специальное образование. Ведь это специально разработанные техники. Не сложнее, чем научиться вязать. Главное – ваше желание. Ну и, конечно, мастер, чья работа вам нравится и который готов с вами поделиться своим мастерством, умением и опытом. Я занимаюсь авторскими куклами почти 15 лет. Многое умею и многому могу вас научить. Так что, если вам нравятся мои куклы, то это спецпредложение для вас. Куклы из самозастывающихся материалов. Это полимерная глина, пластика, которая застывает на воздухе при комнатной температуре. В это спецпредложение входят 6 мастер-классов. Мы будем делать куклы из разных материалов, которые застывают на воздухе при комнатной температуре. Научу вас работать только с профессиональными пластиками. Паперклей, ладол, дарверо, керопласт, папье-маше. Незнакомое название. Познакомитесь. Никакой самодельщины. Только профессиональные материалы будем использовать. В каждом мастер-классе, я не повторяю, 6 мастер-классов, 6 разных кукольных техник. Как же выглядят мои мастер-классы? Видеоролики в формате MP4 вышлю на ваш электронный адрес. Вы их скачиваете и учитесь в удобное для вас время. Видеоролики остаются с вами. Это очень удобно. Индивидуальное домашнее обучение. Вы все увидите и все поймете. У меня очень подробные мастер-классы. Я создавала их от души и с любовью. Вам не надо будет часами сидеть в интернете и по крупицам собирать информацию. В моих мастер-классах есть все, что вам необходимо. Каждую куклу делаем с самого начала и до конца. В каждом новая пролепка кукольного личика, новое тело. Создаем эскиз, одеваем, обуваем, делаем прическу. Материалы и инструменты эту тему раскрываю полностью в каждом мастер-классе. Именно с этой темы и начинается каждый мой мастер-класс. Вышлю ссылки, где можно все приобрести. Это поможет вам, кстати, сэкономить деньги и не покупать, не скупать все подряд. Это действительно очень подробные обучающие курсы. Я с удовольствием поделюсь с вами всем, что умею и знаю сама. Кроме того, я очень люблю тем, чем занимаюсь, то, чем занимаюсь. Вы это почувствуете сразу же, как только включите первый видеоролик. И я постараюсь частицу этой любви передать и вам. Ведь позитив и хорошее настроение – это главное, чтобы кукла вышла доброй и вызывала только положительные эмоции.
Я буду на связи, и вы всегда сможете обратиться ко мне за бесплатной помощью, даже через несколько лет. Присоединяйтесь, и, возможно, это хобби со временем станет вашей новой профессией, профессией кукольного мастера. А теперь о подарках. Да-да, вас ждет много подарков. Это 4 дополнительных мастер-класса, очень нужных вам, полезных и необходимых. Мне часто задают вопрос, можно ли использовать папье-маше для изготовления куклы, авторской куклы. Конечно, можно. Так вот, в подарок получите вот такой чудесный мастер-класс, в котором я научу вас работать с профессиональным папье-маше. Вместе со мной вы сделаете из папье-маше кукольную головку вот этой куклы, зайка моя. Очень подробный мастер-класс. Кукла получается очень трогательная. И материал дешевый, что говорить. Он дешевле, чем, например, полимерная глина. Это самый дешевый материал. И служит многие-многие годы кукла из такого материала. Я знаю, что у многих девочек, у новичков особенно, которые занимаются авторскими куклами, встает проблема, как грамотно нарядить авторскую куклу. Ведь здесь недостаточно просто хорошо уметь шить. Да, скорее всего, даже и не надо уметь шить, потому что куклу наряжаем муляжным методом. Здесь нет выкроек, здесь не надо быть портнихой, потому что говорит, ой, я шить не умею. Да и не надо. Муляжный метод – это... Я в каждом мастер-классе показываю, как нарядить куклу подробно. Ну, это как, знаете, я могу сравнить с аппликацией. Так вот, многие девочки, я знаю, мучаются и не могут правильно подобрать ткани, цветовую гамму, придумать, во что нарядить куклу. Так вот, этот мастер-класс я специально создала по многочисленным просьбам. И здесь очень подробно рассказываю о всех правилах. И здесь все не так просто. Не просто там мы взяли и там пошли купили ткань. Не каждая ткань подойдет именно для авторской куклы, потому что в кукольном мире уже сложились свои правила, свои устои. И нарушать эти правила и законы, нарушать их ни в коем случае нельзя. Вы не знали об этом? Так вот в этом мастер-классе я расскажу вам об этих правилах и законах, которые существуют в кукольном мире, в профессиональном кукольном мире. Знаете правила, вы всегда сможете грамотно нарядить свою красавицу. Так вот, это 8-й мастер-класс вам в подарок будет. Вот у вас такое было? Вы делаете, например, лепите голову куклы, создаете, ну, кто пытался уже делать, работать с авторскими куклами. И вроде все делаете, вот смотрите там бесплатный мастер-класс, смотрите и вроде повторяете за мастером, а не получается. И вы смотрите, не понимаете, что делаю не так. Так вот я вам скажу, это все от того, что я все больше и больше вот с каждым годом убеждаюсь, что кукольному мастеру, особенно новичку, просто необходимо знать анатомию для начинающего кукольного мастера. Анатомию именно для скульптора. Не медицинскую, конечно, анатомию, как вы могли подумать. Нет. Анатомию, правильные пропорции, где расположен носик, как расположены глазки, на каком расстоянии все это находится друг от друга, как правильно посадить ушки, например, где сгибается локоток, сожмите руку в локте напротив талии, это закон, если вы сделаете ниже, рука будет слишком длинной, выше рука будет короткой. И много-много вот таких вот нехитрых, но очень важных правил вы должны знать. Так вот, я специально такой мастер-класс и создала. Тоже вам будет 9-й подарок. Причем этот мастер-класс интерактивный. Я туда постоянно добавляю новые видеоролики. Так что, мои ученицы, не забывайте заглядывать в эту папочку. Там появляются каждый раз новые и новые ролики на эту тему. Ну и еще один очень полезный тренинг-мастер-класс, по которому мы будем учиться лепить голову куклы не на пластике, а вначале на дешевом скульптурном пластилине. Где его купить, пластилин, все расскажу, ссылочки вам все вышлю на ваш электронный адрес. Ну, вот такая забавная головка, там ушко, носик по отдельности, по модулям будем лепить, глазки,
ротик, потом вместе головку слепим. Ну, тоже такой очень полезный мастер-класс. Вы получите первые навыки работы со скульптурой кукольного личика. Тоже вам несомненно поможет и пригодится. Очень-очень все подробно. Где надавить посильнее, где послабее, где как выровнять. Ну, очень полезный, правда, очень полезный тренинг-мастер-класс. Вот такие подарки. Значит, в итоге вы получаете 10 мастер-классов по этому спецпредложению. Пишите, звоните, отвечу на все ваши вопросы. Лучше пишите на один из моих электронных адресов. Так я быстрее увижу и быстрее вам отвечу. До встречи. Татьяна Полевщикова.